Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Ребят, бегу таким бомжом, еще с одним бомжом. Это, короче, автобусник, который, не знаю, сломал автобус и не смог довести меня до лесопилки. В общем, расскажу вкратце. Я ушел с АМПРП, но ушел не, вроде как не навсегда, но так чисто ушел на некоторое время. То есть, сам АМПРП меня достал окончательно, я не хочу там играть. Именно поэтому я ушел на Diamond RP, Radiant, кажется, да, Radiant. Как бы поиграл на Advance вначале, ну, на Advance как-то мне не особо понравилось. Ну, там прикольно, конечно, да, не спорю, но я потом вспомнил то, что здесь должны быть какие-то интересные занятия, то есть, да, разные базы там и так далее, там подобное. То есть, ну, не знаю, что-нибудь интересное да должно быть. По идее, мне написали то, что... Diamond RP намного лучше сампа, то есть мод намного проработанный, ну, намного лучше проработан, все дела. Ну, я проверю это, ребят, то есть не проблемно, я это проверю. Прибежал, короче, я на лесопилку, бежал я достаточно долго, аж вот, ну-ка, откуда я там бежал-то? Аж вот отсюда вот я бежал, в общем, прибежал, наконец-таки прибежал, и сейчас поработать попытаюсь, блин. Так, опять же, тут еда для бедных, наверное, да? Дайте поесть. Вы не голодны? Да ты офигел. О, чувак, ты где... Ага, все вот. Так, чё? Мы предлагаем вам работу лесоруба. Ваша задача стоит в том, чтобы рубить дрова и носить их на переработку. Вы согласны? Да-да, конечно, чё, бабло-то нужно, конечно, чё, не согласен, что ли? Ни хрена! Чё-то далековато бегать, но... как бы мы суровые негры, что ли. Ладно, окей. По сути, выбрал я тут... Блин, извините, кашель, вся херня, короче. Ну, это ладно. В общем, я не знаю, кого тут выбрал, выбирал ли вообще, я уже, если честно, запутался. Но, в принципе, ладно, так. Ух ты, ё-моё. Какого хрена я делаю? Так, и что? Ну, вот я наложил дров. Загружено 100 килограмм. Возите тележку с дровами. А, везите. Ну, ладно, окей. Я не знаю, сколько за это платят. Ну, нихера себе тележечка. Вау. Что-то мне плохо верится то, что здесь 100 кг. Кстати, смотрите, вон там стоит, как написано что-то SF. А что, написано SF? А чего? Какой смысл? Не знаю. Ребят, кто играет на Даймонде, помогайте. Ну, как бы... Говорите что да как, потому что я действительно, я в этом деле нуб. И как бы я знаю, как выбрать меню, там анимлиз, да, но я не знаю, что тут можно интересного, во-первых, поделать. Не, ну, пока я нуб, пока я буду тут тупить, то это, ну, само собой, то есть интересное всегда будет, это не проблема. У меня вот будет пару вопросов к тем людям, которые играют на Даймонде, ребят. Так, стоп. Угу. 50-50-49. Вообще нормально. Респект чуваку. Реально очень сильно помог. Подсказал все дела. То есть со мной бежал. Как бы не то, чтобы... как бы... Сказал там, беги туда. Как бы и там этой фигней занимайся. То есть, ну... Как бы он со мной бежал. Но он говорит то, что он с адванса, там 23 левел, он на вайте, все дела, как бы в ВВС был, в СФПД. Мне как-то пофигу, где он был и вообще кто он, так что как-то мне без разницы. Ну так вот, ребят, по поводу вопросов. Тема такая, есть ли тут армии, ну это понятно то, что они тут есть, но у меня вопрос такой, есть ли тут армии на... заброшенной базе, то есть не зона 51, а рядом с ней есть вот эта вот, собственно, заброшенная база, как бы заброшенный аэродром, что ли, ну как-то так, короче, можно это назвать. Вот, и, короче, получается такая тема, то что если она там есть, то это просто замечательно, потому что это либо на Адвансе есть, ну на Адвансе, наверное, есть, скорее всего, эта тема, а на Даймонде я не знаю, то есть как это все дело сделано. Насчет, ребят, того, то, что сейчас многие будут агриться, типа, Барон, какого фига ты делаешь, почему ты ушел, как бы мы же ждем сам ПРП, типа, йоу, там что-то будет.
Ребят, сам ПРП меня достал. В каком смысле? В том смысле то, что я не знаю, что там заснять. Просто я не знаю. Конечно, сейчас. Ё-моё. Серьезно, тема какая-то. Кашляю постоянно. Ну ладно. В общем, ребят, я не знаю, что там поделать. Почему я там не знаю, что поделать? Потому что я там уже все знаю. И такая тема, то что единственное, что я там могу снимать, это захваты территории, продажи наркотиков, ну и так далее, там подобное, да? Ну или же там идти по рангам, но опять же, меня там увольняют, мне смысла нету. Именно поэтому я решил пойти на новый проект, чтобы здесь уже с чистого листа, с самого начала вникнуть в этот проект, как бы разобрать, что он как бы, из чего состоит и не знаю, с чем его едят. То есть такая вот тема. Действительно, просто разобраться, как тут живется, какие тут есть работы. Это вам будет намного интереснее смотреть, как бы, ну, многим, да, потому что как бы я буду чем-то заниматься. Вопросы всплывали, типа, барон, ты ни хрена не делаешь. Без проблем, ребят, сменил проект. Все, сейчас буду работать, впахивать, копить на дом, копить на машину, там, не знаю, покупать бизнес. То есть делать все, чтобы вам было интересно меня смотреть. Да, то есть и не нужно писать комментарии, типа там, все, барон, там, дизлайк, отписка. Дизлайк, отписка, это ваше право, как бы, хотите, отписывайтесь, хотите, не отписывайтесь, как бы, да. Как бы, ребят, ну, не знаю, просто понятно, что много человек отпишется, много человек поставит под видео дизлайки, я уж думаю, то, что даже до 100 лайков не доберется до 100, там, 50, до 200, это и думать можно вообще не думать. Понятное дело, я уже адванс снимал, была такая тема. Но, в принципе, это новый проект, вдруг вам он понравится, да? Буду надеяться. Ну, в принципе, я адванс забрасывать не буду. Ой, адванс, адванс, блин, туплю. Я просто спать хочу, ребят, уже пол первого ночи, но ладно. В общем, я не буду забрасывать даймонд. Я буду на нем играть, я буду работать, развиваться, да, качать левел. Может быть, даже сходку тут сделаю, если админы, конечно, разрешат. Вот. Радиант вообще нормальный такой сервачок, как бы онлайн тут 151 сейчас, но это как бы ночь, понятное дело, все спать практически легли. Я не знаю, как тут с админами дела, но вроде они тут работают. Да и потом они вроде как отвечают. То есть я написал там, ребят, я тут сам ПРП пришел, ну как бы объясните мне, что да как. Вот, как бы админы мне объяснили, не проблемно. На сам ПРП бы меня нахер послали. Ну, чисто вот так вот. Блин, так, стой, чувак, 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 блин, не надо, не отдыхивайся, ничего. Во, нормально. Так, сейчас загрузим. Вот, все, мы загрузили 100 килограмм. Эй! Чё за подстава? Чего? Так, опять же, какие-то интересные баги, ёлки-палки. Блин, он так это дерево как-то пилит странно, как будто я не знаю, как будто он человека на несколько частей распиливает. Вот, везите тележку с дровами на переработку. Ладно. Не, вообще интересная тема, ребят, серьезно, просто интересная тема. Даже вот я сейчас вот играю, как бы, да, как бы, ну нифига считай не делаю, да, просто вот занимаюсь фигней, да, так скажем. Но мне уже интересно, меня уже эта тема захватила. Тут есть работа лесоруба. Мне она нравится, как бы. Она мне действительно понравилась. Интересная, хорошая такая работка. Плюс администрация кикает за нон-РП. Внимание, за нон-РП езду. Просто вы ездите по встречке, вас кикают. То есть, понимаете, на сам ПРП такого вообще нету. То есть то, что, не знаю, любому школьнику сам ПРП снилось, типа, ох, кикнули за нон-РП езду, экстаз, все там, о, супер, супер. Здесь это не новость, здесь просто кикают за нон-РП езду без проблем. То есть за ДМ, за прочую фигню, все это делают, все кикают и как бы всем отвечают, да? Вот, это уже хорошо. А кто-то уже говорил, кстати, то, что на сам ПРП нужно снимать всех админов нахрен и ставить новых. Это, кстати, правильное решение, потому что админы, многие админы, которые давно стоят, они оборзели попросту, да? И администрацию нужно часто менять, чтобы РП на сервере было, ну, более-менее, как бы, да? Вот, и кикали за нон-РП езду и так далее и тому подобное. В принципе, ладно.
не будем в это вмешиваться. Кстати, наверное, после этого видео меня удалят нахрен на сам ПРП, так как я начал снимать на другом проекте. Как бы, ну не знаю, будь что будет, в принципе. Мне не жалко будет, если меня даже обнулят. Если вам понравятся эти видео, то есть, например, 5 частей, я тут 10 частей засниму, и вам будет нравиться, то я засниму игру в казино на сам ПРП, и, скорее всего, на все деньги. Ну, или же оставлю себе читах, а на 3-4 миллиончика я сыграю. Вот, такие вот, ребят, дела. То есть, сыграть, конечно, всегда можно успеть. Я, кстати, не знаю, есть ли тут казино. Если оно тут есть, и оно такое, как на сам ПРП, то это прикольно. Но чисто вот так вот. Не знаю просто, есть ли тут казино, нет ли тут казино вообще. Знаю то, что тут офигенный пейнтбол. То есть там плачешь деньги, и потом эти деньги как-то можно удвоить, утроить. Ну, что-то типа такого, я точно не помню, но что-то типа такого было. Тут ли это, не тут, но... В принципе, нормально, ребят. Это вот чисто вот сейчас, извините то, что я туплю, извините то, что серия такая достаточно скучная. Потому что я еще только работаю. Я разовьюсь, я как бы второй левак получу, пойду в банду там, или третий левак какой-то нужен. Пойду в банду, буду там заниматься какой-нибудь фигней, что там нужно бандитам делать, да, то есть там на терры ездить и так далее, там подобное. То есть будет уже намного интереснее. Не думайте то, что это как сам ПРП, потому что, ну, действительно, многие начали писать, типа, барон, ты спустился, ты упал, ты такой-то, сякой-то. То есть ты там уже не снимаешь такие прикольные видео, ты ни хрена не делаешь. Ребят, я не могу что-то делать, если я на проекте уже, ну, дедок, так скажем, реальный деду, дедуля, ё-моё, мне пора уже на покой или же на другой проект. Ну, я ушел на другой проект, как, какие проблемы. Поснимаю тут. В принципе, я могу тут делать, ну, буквально все, да. То есть, если вот тут чисто снимать видео, интересные для вас, как считается, да, то, что я здесь буду что-то делать, я могу это делать, там, не знаю, серии 70-80, 100% я выпущу Diamond. 80 серий Diamond выйдет. То есть, это не проблемно. И во все практически серии я не буду гонять балду, то есть, да, я буду действительно заниматься делом. Я буду развивать свой аккаунт, буду сам как-то развиваться, копить деньги, работать где-нибудь. Ну и, разумеется, что-то вам говорит. То есть, просто серии, например, вот, работать лесорубом и молчать, я не могу. Ну, как бы вам не будет это интересно, скорее всего. А может и будет, я не знаю. Но, как-то, знаете, вот... Если я буду тупо молчать, это будет обычная игра. Ну, как бы, ну, ничего такого интересного, как бы, ничего нет. А тут, может, что-нибудь интересного вам да и расскажу. Может, хоть одному кому-нибудь это да и интересно. Такие вот дела. Ну, надеюсь, ребят, не будете вы сильно агриться насчет того, то, что я ушел с АМПРП. Я делал опрос в группе, и там, ну, я сразу его потом удалил через... минут 40, что ли, 20-30, не помню. Ну, короче, удалил я его, но там уже 5 человек сказали то, что они, ну, отпишутся, типа, сам ПРП, бати, все дела. В принципе, пока этим ребятам, короче, давайте, ребят, отписывайтесь. Там 5-6, сколько у вас там человек, отписывайтесь, если не хотите, как бы, по сути, это ваше право. Я понимаю то, что сам ПРП превыше всего, но, блин, вот одна тема. Diamond это тот же сам. То есть, ну, как бы, получается, я... Одно и то же, просто сменил сервак, так скажем. Я менял сервак с 11 на 4, то есть там никакой бомбежки не было, да, то есть нормально все отреагировали. Так отреагируйте и на это нормально. Я сменил проект, никаких проблем в этом нет, да, то есть тот же сам, я не ушел сам, я снимаю сам, да, я делаю видео для вас. То есть, не знаю, вот поменял сразу что проект, и будут видео не намного, ну, может и намного, но будут интересны, я вам это обещаю. Также я буду снимать с людьми, то есть, опять же, я буду снимать с людьми, которые меня, например, будут учить тут, если напишет мне какой-нибудь высокий левел, да, как бы, если вы напишите мне, ребят, кто-нибудь на Радианте, да, и у вас там будет левел 10, там, 20, я не знаю, 30, да какие тут леваки есть, ну, хотя 5, что ли, ну, короче... Любой левел, хоть первый, если вы мне напишите, обязательно пишите мне, как писать смс. Я не знаю. То есть, если я вас тут буду игнорировать или еще что-то, либо у меня нет денег, если за это берется плата, я, понятно, не могу вам писать там по 1000 раз. Я, ну, сами видите, я не богат. Я пока что не богат. И развиваться я тут буду, ну, месяц точно. Так что вот такие вот дела.
А я не знаю, как тут с экономикой на сервере, я не знаю, как тут с другими делами на сервере. То есть, чисто я нуб. Зашел, как бы знаю основные команды, знаю, что нельзя делать, знаю, что можно. Кстати, когда заходите на сервер, если вы впервые зайдете на этот сервер, там, по-моему, пишут, что запрещено, а что разрешено. Вот, как бы это достаточно интересно, это очень круто сделано, серьезно. То есть, если на сам РП вы зашли, там не написано ничего об РП, то Diamond РП это чистое соблюдение. То есть название, как бы Diamond РП, название вот это вот РП, они отыгрывают. То есть не проблема, за нон РП езду кикают. Сразу же, как вы заходите, там пишут варны, кики, баны могут быть за это, за это, за это. На сам РП такого нету, то есть там админам абсолютно на это дело насрать. То есть сам РП это можно назвать сам ДМ или сам нон РП. Сам нон РП не проблема. Название идеальное, отыграет эту роль сам идеально, я вам говорю. Ты сколько заработал? Ну, чувак, все, что заработал, все мое, как бы, я с тобой делиться не буду, потому что это деньги мои, и они мне еще пригодятся, как бы. Тут, по идее, нужно телефон, как бы, ну, этот, купить симку и прочее говно, то есть, ну, опять же, да, так, такие вот дела. Так, ну-ка, что у нас тут? Вы хотите закончить рабочий и забрать деньги? Да, конечно. Вот, все. Ребят, вот все, как бы, что. Я заработал 750, ой, 1750 у меня сейчас вир. И теперь я могу медитировать. Кстати, он смотри. Эху! Это типа китайоза, все дела, все в порядке. Сейчас все разрулю, вы че? Представьте, вы стоите на улице. Вот, как бы к вам подходит пацанчик такой, и вот так вот начинает руками махать. Типа, ты вообще кто по жизни, слушай, а? Реально, я бы охренел с такой темы. Что тут еще у нас есть? Спать на боку, сидеть раненым, лечь на спину, шлепнуть руку. Чего? Ну и что ты не шлепаешь рукой, я не понял. Мужское, фу нахер. В смысле, кого целовать-то, если? Не, если девушка, то не проблема, а если пацана, типа, ну, мужской поцелуй. Какой нахер? Ладно. А, шлепнуть. Ага, все понятно, все понятно. Женский поцелуй, мужской поцелуй, наносить граффити, ограбление, типа, а мордой в пол, я тут батька, слушай, ха-ха, ёпта. Нихера себе, не, усатый деда такой, ты чё, слушай, бабло гони быстро, еще бы пушку ему реально, вообще бы круто было. О, чё, читать рэп, в смысле? Ну-ка, давай-ка сейчас посмотрим, что он там нам зачитает. Ну, типа, я с района, а пацанчик нехороший, да? Охренеть, ё-моё. Ребята, вот эта тема, я вам говорю. Чё ещё есть? Прислониться к авто, сложить руки... Ну-ка. Я слушаю тебя, мой раб. Блин, чувак, подвезёшь? На чём? На чём, блин, тебя везти? Я сам пешком бежал. На горбе, что ли, своём? Нет, типа, нормально вот так вот руки сложил. Ну, типа, обращайся, раб. Я перезахожу. Давай, удачи. Так, а мы пока посмотрим, что у нас еще тут. Покипальм есть, чесаться? Чувак, я чесу... Ага, ясно все. Чувак, ну ты, как тебе дела? Ой, плакать, женское курение, блядь, чё? Искусственное дыхание? What the fuck? Чего? Он до сих пор чешется, короче. Поставить бомбу? Тихо, сейчас все будет. Чувак, бомба. Ну-ка, на... Чувак охренел. Чувак просто улетел куда-то. Вы не голодны? Да почему я не голоден? Я хочу жрать. Я хочу этот кок... Че ты? Кока-попс. О, кока-попс. Я хочу кока-попс. Давай сюда. И какие-то, смотрите, какие-то пустые банки. Ладно, окей. Как бы затянул я немного с видео. Давайте на этом закончим. Не знаю, что сейчас делать. Нихера себе. По-моему, я нашел занятие. Ну-ка. Вау. Так. Вау. Слушай, а что, я круто, мне нравится. О, очередь на загрузку. Свободно. Это как? Типа дальнобойщики, что ли, или что? Состояние склада. Там что у нас?
Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Погодите, ребята. Блин, меня это реально захватило, мне понравилось. Посигнальте, ну-ка. Эй! А, блин, ЗЗ. Ну ладно. Реально, ребят, мне очень интересно стало. Блин, никогда на самом ПРП, кроме вот когда я начинал играть, да, только вот там 4 года, 5 лет назад, да, когда я начинал играть, так же интересно было, как сейчас. Серьезно, все прям интересно, все хочется посмотреть, что нового, что интересного. Угораешь даже, ни хера себе. Ну-ка, да, пролез, нет? Не, не пролез. Не, реально, просто очень стало интересно, ребят. Я надеюсь, как бы вы поддержите меня лайком, как бы то, что я все дела там перешел на другой проект. Если кто хочет, ребят, приходите. У меня тут никнейм Рангер Брукс. Если как бы хотите, реально приходите, вводите мой ник в этом приглашении, скачайте до 4-го левела, мне дадут 50 тысяч. Я не знаю, что мне дадут эти 50 тысяч, много ли это, мало ли это, но вы мне действительно поможете. Как, ну, как бы, не буду бомжевать, по крайней мере, да. Вот, не, ну вообще охрененная тема, он, смотрите, курятина. А тут входа не... Охренеть, тут не входы даже не... Офигеть, что-то новенькое. Но зато дома есть. Как на этом, на сам ПП. Круто. А интересно, а сколько стоят эти дома? Ну, как бы, можно же посмотреть. Мне просто менюшку охот глянуть. Эконом. Госцена 31 ты... 31? Ого. То есть это... Вау. Офигеть, это то есть 4-й левел. А, получает человек. То есть его другу там дают 50 тысяч вирт. Если он видит дом по госцене, он его может купить? Слушайте, нихера себе. Не, реально, я сейчас просто... Я сейчас херею. Вот это да, блин. Ладно, окей. Не буду я эту всю тему затягивать, ребят. Действительно, блин, все интересно. Все хочется посмотреть, рассмотреть, побегать что-то, да. То есть, ну, блин, ну, действительно, неинтересно. Вот, например, 45 тысяч. Ну, тоже как бы нормально. Вот. В общем, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.